Это назвали проклятием фараонов. Местью авантюристам, нарушающим покой священных усыпальниц. 1699. Команду польского судна, перевозящего две мумии, преследуют видения и жесточайшие штормы. 1803. Четверо исследователей входят в пирамиду Хефрена и исчезают в ней. 1922. Открыта гробница Тутанхамона. Страшная смерть настигает команду археологов. И почти век никто не тревожил гробницы. Скажите, чтобы не открывали, пусть подождут. Но сегодня... Что это было? Ядовитый газ. Он бывает в пещерах, гробницах, в других замкнутых пространствах. Как вы можете видеть, у этой пирамиды только три грани, а не четыре, как у других пирамид. Какая же громадина! Саймин! Он говорит не входить. Это же находка века! Я пойду, даже не уговаривай. Не отставайте и ничего не трогайте. Смотри. Что это? Это послание. Предупреждение. О чем? Что происходит? Надо уходить отсюда по одному. О, боже! Тупик. Это лабиринт. Смертельная ловушка для тех, кто попал сюда. Вы это слышали? Этого не может быть!